Мы прошли в дьюти-фри. Это Стамбульский аэропорт. Возвращаемся в Москву и пришли к картинной галерее. Обратите внимание, из чего сделаны эти шикарные картины. Вот это первое, это из обрезков сигарет. Представляете? Картонные обрезки. А в целом вот такая картина. Я дальше иду. Эта картина. Сейчас вот тоже все любуются. Как нарочно, давай. Вот эта картина. Просто из узелков наших домотканных ковриков. Вот. А в целом вот такое чудо получилось. А это пластиковые. Да, пластиковые. Обычные, да, обычные. Господи, как их это, да, щетина, да. Ой, слушайте, но вид обалденный. Саша, где наш Таченко? Это картина. Молодой человек, довольно красивый. Из вырезанных карманов джинсы. Еще. Так, это тоже из обрезков. Из обрезков, да, пачек сигарет. А вот это красавица. Из чего же она? Слушай, это кожа. Это из обрезков кожи. Вот она. Ой, слушай, это вообще чудо. Из отходов. Обрезки джинсов. Это тоже джинсовые нити. Слушайте, вообще, это тоже сигаретные пачки. Да, слушай, да это вообще электрические провода. Вот они, электрические провода обычные. Ой, а получилось.